приветствую вас, дорогие друзья. Сегодня для вас работает большая телевизионная бригада «Инстар». Тренерский штаб Чертанова сегодня оставляет в запасе Ивана Ломаева, который абсолютно все матчи до этого играл в старте. Ну а пока Иван Сараев, главный арбитр этой встречи, дает стартовый свисток. Кленкин на ударной позиции убирает, и не пенальти. В общем-то, сигналы с пенальти на его счету имеются. Будем смотреть, как сейчас этой возможностью распорядиться лучший бомбардир Тамбова. Синин сюда и хладнокровно разводит вратаря «Авангарда» и мяч по разным углам и выводит футбольный клуб Тамбов вперед. 2-1. Хозяева поля вновь впереди. Это седьмой матч, мяч Сибаи, и в какой-то степени сейчас отмазываются за все свои нереализованные ранее моменты иварийский нападающий. Три игрока «Спартака» в штрафной, трое еще на подступах. Прострел и удар Пантелеева, который завершается взятием ворот. Секундная стрелка бежала в свой круг. Иван Сиденков сразу же дал свисток и отправляет команды в раздевалку. Ну что, друзья, после первого тайма матча 14-го тура Олимпийского первенства России по футболу курский «Авангард» проигрывает в Тамбове хозяевам поля со счетом 1-2. У Тамбова отличились Чистяков и Сибаи, у «Авангарда» отличился Финчук. Мы уходим тоже на перерыв и встретимся с вами в эфире через 15 минут. Там просто невероятный удар и гол! Вот это да! Низом мяч попадает в стенку, добивание Магаля, удар, гол, Руслан Магаль. На подборе футболистов Мордовии, удар за пределы. Ух ты! Вот это удар, вот это лево, и 1-2, 1-2, 1-2.